Кладка яиц уховертки – желанное лакомство для скалопендры. Но уховертка готова защитить свое потомство. Она заботливая мать, что редкость в мире насекомых. При появлении врага она выставляет клешни, чтобы спасти яйца. Кладка уховертки насчитывает до 70 яиц, каждая длиной 1,5 мм. Мать постоянно смачивает яйца слюной. Это нужно для очистки от плесени и для увлажнения, чтобы они не пересохли на зимнем воздухе. Редко, когда насекомые заботятся о кладке в зимнее время. Маленький паучок также положил глаз на яйцо уховертки. Она колеблется, продолжать ухаживать за яйцами или напасть. Но паук настойчив, и мать атакует грабителя ударами раздвоенной клешни. Паук в панике убегает, не тронув кладку яиц.